Появилась плесень, уже счетчик меняли. Нам вот в этом году мы писали жалобу, нам дверь отремонтировали. И еще целый список проблем. 4 дома на улице Геофизиков в Южном поселке должны были стать для людей настоящим подарком. Семьи переселили из ветхого жилья в только что отстроенные дома. Но условия оказались по душе не всем. 5 октября нам дали воду, а 6-го мы уже все плавали. Причем рвануло в двухкомнатной квартире и протекло даже до нас. Понимаете, с 3-го этажа, то есть однокомнатные квартиры все. А к плохим трубам добавилась плесень на стенах, незакрывающиеся двери и перекошенные оконные рамы. Это учитывая тот факт, что дом сдан в эксплуатацию в 2014 году. Всю зиму из подвала парило очень сильно. С крыши, с потолка текло, по стенам текла вода, это видно, что вся штукатурка все подлетала. Электрический щиток был в воде, что могло повлечь, я не знаю. И замыкание, и гибель людей. Люди уже не раз обращались к коммунальщикам с просьбой устранить все проблемы. Требования были услышаны, и проверить качество нового жилья приехала комиссия. Подрядчики охотно как бы идут на то, что устраняют эти замечания. И в течение 5 лет у нас гарантийные обязательства, все они распространяются на эти объекты и будут выполняться. Здесь никто не собирается затягивать. Я думаю, в течение 2 недель все замечания будут устранены. Мы направим предписание подрядчикам, чтобы в течение 2-недельного срока были все замечания устранены. Алина Лебукаева, Игорь Бероев. Новости дня.